Друзья, всем привет! Кто не подписан, подписывайтесь, пока есть возможность. Ладно, сегодня 10-й день с момента установки ультрафиолетовой лампы. Веду отчет. Да? Лампа на 72 ватта, 2 по 36. Бактерицидные. Уже третий день не работает миозонатор, отключен. Нету биозагрузки, просто сетка на 150 микрон, как очистка идет. То есть очистка сливается по трубе через ультрафиолетовую лампу и сюда. Почему булькает? Она под водой, труба. Вот, потому что, когда она сливается сверху, она подсасывает воздух и, соответственно, перемешивается и выходит наружу. Вот. Что могу сказать на 10-й день? Ну, конечно, хотелось бы лучше результатов, потому что, во-первых, на улице уже третий или четвертый день плюс 5 градусов. У нас третий день, да, сегодня третий день. Плюс 5 градусов. У нас настоящая осень. Это Московская область. Вот. У меня в теплице сейчас. Ну, где ты там? Плюс 11 градусов. Теплица плюс 11, а на улице плюс 5. Вода. Ух ты, вода холодная стала. Вода плюс так, 15-16. Восемнадцать. Так, может, до 19 дойдет. Восемнадцать с половиной. Не, 18,5 градусов. 18,5 градусов. На улице. Плюс 5, третий день. Делаем выводы. Теплица рулит. О, вся в воде, в конденсате. Вот. Что мне не нравится, почему вот я заснимаю. Как бы результат хороший, потому что, вот видите, вот этот черный там изгиб идет. Это шланг от насоса. Вот видите, да, вот этот шланг. Виднеется черненький, это от насоса идет к скиммеру. То есть уже видно шланг, да, это уже показатель то, что круто. Вот, я даже вижу, попробуем показать, вот белую точку, да, вот в этом месте. Это там подключается уже к самому насосу. Результат классный, видно столб воздуха идет снизу, тоже классно, да, но... Как многие говорили и убеждали меня, то, что если поставлю 75 ватт, да, ну у меня 72, ладно, вот, то вода станет как слеза через 3 дня, брат, зуб даю, мамой клянусь. Ну так все говорили. Ну вот, по факту, как есть, да, то есть, и почему меня этот результат, ну, меня результат устраивает, да, полностью, как идет очистка от водорослей, но не так, как мне ее рисовали и описывали. Вот, может быть, это связано с тем, что у меня зонатор не работает. Может быть, кто его знает. Вот, так вода, она вот такого серенького цвета. То есть, ну, как прозрачно, вон на дне они плавают. Видно тени, но четкости вообще никакой. Вот, видно отсюда, да, белая там точка. Вот эта черная дуга, это шланг идет вниз, и там есть белая точка. Это там крепление к насосу уже. Вот. Вода плюс 15 градусов, да, то есть сейчас уже осень, это сегодня какое 6 сентября. И, соответственно, ну это видео с запозданием выйдет, как и все остальные мои видео.
Ну ничего страшного. Главное суть. Суть передаю. Это самое главное. Вот. Ультрафиолетовая лампа абсолютно работает. Бесспорно. Дешево и сердито. Вот. Не знаю, еще думаю насчет этого. Ну, точнее, не насчет этого, а насчет компрессора. Да, может его отключить вообще. Потому что здесь и так аэрация идет. Ну, посмотрим. Пока я не хочу отключать. Давайте добьемся идеально чистой воды, чтобы было любую песчинку над ней видно. И уже тогда отключим. Вот. Хорошо видны вон склоны, да, туда, здесь складки, которые идут на дно. Они все водоросли таких вот. Как велюровый ковер. Он мне так нравится, я его так иногда трогаю. Это такой приятный на ощупь. Вот. Не собираюсь его счищать, потому что это дополнительная биопленка, на ней бактерии живут, да и просто дополнительная еда для рыбы, что и очень необходимо, потому что в комбикорме я уверен, что ни хрена там нету ничего, особенно я купил, ну, отечественный попробовать, да, который они, даже без запаха особого, но это плохо, потому что настоящий комбикорм, он должен вонять рыбой. Вот, потому что там костная мука и всякая хрень. Вот. Так что так, такие вот дела. Что у нас тут? В скиммере видно, как кирпичи лежат. Вон там посередине дырка. И видно, как туда уходит вода. То есть вот какая прозрачность, да? Не, в принципе, я доволен. Доволен. Просто это же я разгребаю последствия того, что у меня было. Все помнят, особенно кто давно на меня подписан, что у меня здесь были траблы, совсем мощные такие проблемы с этим прудом. Поэтому, если бы я сразу, в первый же день, представляете, у меня чистая вода была, я в первый день поставил бы ультрафиолетовую лампу, какая красота была бы 3 месяца. Но ничего, зимой будем наблюдать за чистой водой. Вот. Теперь я с кормушки не кормлю. Кормлю только вот когда прихожу, чуть-чуть кидаю ему так вот. Да, и заставляю их приучаться ко мне. А то раньше они, когда я заходил, сразу же ко мне плыли, где я хожу. А сейчас это не хотят почему-то, не знаю. Уже надоел я им. Привыкли с кормушки безопасно кушать. Вот теперь кидаю. Уже сегодня посидел, смотрел, как едят. Нормально, начинают опять адаптироваться. Вот. Что еще не очень, очень, как, немного напрягает, то, что вода становится чище, и они все глубже и глубже и глубже рыба туда опускается. Не чтобы наверх сюда, на поверхности плавать, а она туда уходит. Ну ничего, мы ее и там найдем. Даже вот они там прячется на дне. Вот. Ничего, ничего. Очистим воду. Не получилось у меня сегодня сходить на почту за этими, за мешочками для очистки. Вот. Завтра схожу, заберу. Там 2 мешка пришло, 200 и 300 микрон. Посмотрим, сверим со 150 микронами, где какая ячейка будет больше, потому что на по логике одно, на фотографии у них там другое, да, то есть я по фотографии ориентировался, поэтому взял именно 200 и 300 микрон. Но я так понимаю, что мне надо по науке взять микрон 40-60 где-то и через нее гонять воду. Вот. Это уже по вашим рекомендациям. Я думаю, я так и сделаю. Рыбу закупать в этом году не буду, если только кто-то будет отдавать. Вот. Как и говорил, на продажу рыбу выставлю только, когда будет прозрачная вода, чтобы было все цивильно и адекватно. Вот, налажу всю систему, и уже пойдет рыбка на продажу. Кто захочет, купит осенью, зимой,
весной, летом. Ну, это уже я как бы к этому не особо сильно отношусь так. Просто это мое хобби. Мне нравится рыбку разводить, наблюдать за ней. Особенно мне нравится за малышами, вот этих малышей по 1.5 сантиметра, когда покупаешь, и они у тебя на глазах растут. Одни здоровые, как лоси, другие поменьше, но красивые. Ну, то есть такая интересная штука, мне нравится. Ну и заодно буду проводить селекцию, чтобы и красивых рыбок тоже выращивать и продавать, чтобы другие люди тоже радовались. Потому что я и так ими буду радоваться, когда я их буду выращивать, да. То есть мне как бы их оставлять, ну, совсем нет смысла, потому что я лучше сосредоточусь на том, чтобы именно вот, как сказать, селекционировать. То есть, допустим, я вижу вот чистая порода, допустим, какой-нибудь серебристый или чистый белый, да, или там с красными пятнами красивые. Синие, черные, красные. Я лучше их буду как бы оставлять, подращивать. Может, из них маточное стадо сделаю. И уже буду выращивать. Посмотрим. А может, буду малька закупать. Совсем маленького. Там, не знаю, 1000 штук. И из них селекционировать. И на продажу тоже. Вот. Так что такие вот дела. Вот, но нравится мне система очистки. Сейчас, пока руки не дошли там с биозагрузкой поваять в этом в кубе. Когда идут руки, так сразу сделаю видео, выложу результаты. Так что так. Сегодня 10-й день. Я думаю, на этом можно заканчивать. На улице осень. Плюс 5 на улице уже третий день, в пруду там плюс 18,5, в теплице плюс 10. Все, всем пока, увидимся в новых видео.